Друзья, всем привет. Вот они все тут в сборе. Тепло сегодня, как и прогнозировалось, около 20 градусов, немножко больше. И они втроем тут дежурят, потому что воздух прогрелся, нагрел воду верхний слой. И они тут потихонечку рыбу ловят. Сынок, ты хоть участвуешь в банкете или нет? Ну, он такой на вид медлительный тюфячок, а шустрый. Мама, не горюй. Сейчас пойдем гулять. Собаки, ну не имется. Это кто у нас? Это у нас Пуня. Я только что кильку кушал. Пряного посола. Картошечка вареная такая, килечка. С лучком. Маслица немножко. И туда, естественно, немного уксуса. Я хребты повытаскивал и отдал котам. О, еще один прибежал товарищ. Ну, только Пуня ел, больше никто, маленькому не давал. Смотрите, какой повторуха, а? До этого замечен в питье воды из водоема рудик не был. О, пошла вода в хату. Молодец, быстро учится. Вот такой у нас водопойчик. Ладно, пусть пьют, не буду мешать. Смотрите, какие красивые облака. Обалдеть. Вот прям надо мной. Такие какие-то, как не знаю, как художественные мазки какие-то. Обалдеть. Красиво. Наверное, там ветрено наверху. Сегодня, кстати, был ветер. Но не такой сильный. А тут у нас Собакин. Пойдем. Пойдем гулять. Вот так вот видоизменяется наш огород. Сейчас выглядит вот так. Это часть огорода вот так. И рыжий здесь же прилетел. Что? Немного не похож твой туалет на сегодняшний утренний. А та ему по барабану. Вот гнезда из нашей горчицы. Тут и горчица, и листья. Ну, короче, тут все подряд. Потом это все дело закопается, перегниет. И под посадку огурцов уже будет естественный компост, естественное удобрение. Рудик, хватит хвостом махать, пошли. Идем? Да, некогда. Тут листьев куча, надо погонять. А бубенчики другого цвета у него. Хорошо выделяются. Белые, они белее немного, светлее. Ты рыжее чудо. Ладно, пойдемте, прогуляемся. Идет Сэм. А Рудик прийти в кушарях. Сэмик. Сэмик. Он же чистюля. Пока мне с ней ближется, Сэм. Все время вылизывается, все время выкупывается, вычищается. Ты губник. Сейчас же по кукушке получишь от Рутика. Ой, от Рутика, господи, от Сэма. Да, кисюня? Не хочется ему идти. Ладно, пойдем мы на берег сходим. Сегодня Оксана заходит. Ёлки-палки, говорит, рука упала. Я был в таком ступоре, думаю, какая рука, у кого и куда упала. А оказывается, друзья, эта перчатка сдулась. Наш этот затвор на пиве. То есть пиво уже практически отыгралось. Я еще подожду день-два. Потому как завтра будет ровно 20 дней, как я поставил на брожение его. То есть оно уже сбродилось, и потом... Будем на карбонизацию повторную ставить. Я все покажу. Как это все будет. Попробуем, что оно. Сегодня я хотел выйти на порыбачить. Пришел на берег. А вот здесь. Сидит девушка на лодке. Подплыла на лодке.
И ловит сюда, в озеро, вот это маленькое, забрасывает удочку. Вот. Пообщались немного, ну, в ходе разговора выяснилось, что клёва нет. Хотя, я не знаю, она ловила на опарыш, а я ловлю все время на хлеб с ванилью. Может, поэтому у меня получается ловить. Ну, поэтому, я знаю, что она меня смотрит, поэтому приплывайте, ловите в любое время. Только надо с собой брать хлеб с ванилькой. Вот так, да, тут тоже красивые облака, обалдеть, как нарисованные. Супер. В общем, как говорится, так и день прошел. Сейчас забираем нашего маленького где-то под Салтом. И пойдем вечер коротать. Сэм пришел. Из-за собаки она так, как из-за угла вышел. Что, Сэм? Не клюет рыба. Ух, такой с характером кот. Ну ладно, иди. Друзья, ладно, пойдем и мы в дом. Всем тихой, мирной ночи, друзья. Всем всего самого хорошего, мира, добра. Всем спасибо за пожелания, комментарии. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.